второй день мы возвращаемся, и Мелый забирает свою пиццу, которую он вчера спрятал в центре города. Ну что там, ты его не украли, да, зато? О, дивись, перец є. Йдем сядем на полянку. О. Перець, спеції, вся фігня. Мурав'ї... Ще тепленька, йо. Ще тепла? З вчорашнього дня? Да. І мурав'ї не завелися? Перчиком приправимо, щоб піца була духмяненька. Можеш понюхати, вона пахне. Ні, трупи тварин не хочу нюхати. А, точно. Да, бачиш, як підійду в притик його знімати, чи що? Був би зум зараз би. Короче, там істинний фанат футболу виліз на лавочку ногами, з півком стоїть і грьот, як пацанам грати в футбол. Очень забавно. Як же ж на футболі без півка? Ні, ну що, кричить і каже, замість тренера, як грати, там тренер кричить, виходить, він теж кричить, да. Завтра вже доробимо і нормально топиримося на трейлах. Тільки Мелі не вистачає дівок, да? Ти серйозно, Мелі? Давай! Вот пацан на роликах катается, приехал и сам предложил помощь. Пример для всех райдеров. Третий трамплин. Бой! Ох! Все, врывается. Да, він дуже мокрий, типу, і тормозить, але я попробую щось долетіти з мокрого. Саме вверх вилазу? Так. Вон туди? Так, це там. Ого. Ну, пойм. Там саме вверху, саме більше є. Блін, жаль, я не сняв. Я монтував 6 вдома. А пацани вже зробили роботу. Приїхав раніше. Немного. Да, малий? Йоу! Йоу, що ти сказав, дядь? Музика? Та музику взяв. Музика, боді. Нас сегодня трое, я, Мелый и Бодя. Мы сейчас эти все трамплины срежем ветки и доделаем эти. О, упал. Неудобно. Бодя делает работу, которую давно нужно было сделать, еще в том году. Потому что ветки мешают прыгать и постоянно попадают в лицо. Теперь можно будет прыгать выше. Чуєш, ти держишся за неї, Бодь? Рубаєш ту, за яку держишся? Це логічно. Thank you.
ну куда-то. Але, блин, дурна. А, бери. Расширили тут трошки. Расширили стол, приземку сделали, ширше спань сделали. Я делал вылет, Бодя, Романюк сделал приземку. Вот, и уже Женя проезжает всю серию. Сегодня научился. Красота. Все чуть-чуть. Давай. Постараюсь теперь. Давай, давай. Ай, блин. Клен, что ты надел? Блин. Дядь. Что ты навалил? Бля. Клен, ты выезжаешь, получишь леща в следующий раз. Понял? Женя не долетів, але він вилетів. А ти переїхав, ти залізуєш угли. Все, Клен, ще раз вийдеш, леща даю. Клен, що? Клен, що таке? Все добре? Все добре? Точно? Я таке на хокеї була. Давай, вставай. Тут вон пацани якісь ідуть, подруги якісь. Вставай, я зараз подумаю, що якісь. Дихає. Ти мені пробив сьогодні камеру, надіюсь, велик не зламав тих, що опять? Ні. Ти думаєш, тепер я тобі дам велик кататися? Падаєш на нього. Все, Клен, окей? Давай без защиты, чтоб я на своем не катался, я на своем велику. Мы с Мелой вдвоем остались, как всегда. И вот я сделал резче радиус, потому что Мелой перелетал. Хотелось бы оставить это все в прекрасном виде, на Меннелли проезжать, форкроссить, но надоело нам все подправлять под за школьниками, которые все раздалбывают, разламывают. Пацаны, блядь. Что за хуйня? Мы типа зараз робим типа скажу. Чувак, давай, я тебе бить не буду, але в нахуй цю. Знаєш, скільки я труда вложив в ці трейли? Дивись, ми типа робимо, щоб дома мало виїжджати. Так як такий ідеальний спайн ми зробили. Я не дозволю його розрушити. Посмотрите, який він. І тому я должен чим-то пожертвувати і зробити. Это. Спайн спасен. Это остановит малышат, как думаешь? Я думаю, остановит. Нет. Шипы туда еще покласть. Ничего не остановит. Не что? Мы, как всегда, остались с Мелом вдвоем до конца. Первый день я с Мелом был, нам помог Колян. Второй день я с Мелом был, нам помог Захар. И третий день я был с Мелом, нам помог Бадян. Короче, мы все сделали почти за 3 дня. Осталось чуть подвести радиус. Сделать все идеально, потому что хочу, чтобы в моем городе все было очень красиво. И в это время дети могли получить то, чего не было у нас, Мелый. Правильно? Нет. И развиваться. Вот Женек, Колян. С помощью этих трейлов качнуть уровень за года 2. Потом буду делать трюки на больших дертах технично.
И в нашем возрасте, когда мы начинали катать, они смогут выбиться на европейский уровень, выйти на американский благодаря этому всему. Так что спасибо каждому, кто помог. Идеально, Мэлли. Ух, Мэлли, наверное, ночью катает лучше, чем днем. Идешь, наедайся. Но! Че ти туди поїхав? Навіщо ти туди поїхав? Ти бачив, в тебе нема швидкості, ти взяв, тут залазав виліт і там залазав. Знаєш, як це робота? Якби ти копав, ти зрозумів. Ти 3 дні мимо проїжджав, ні разу не копав тут. І зараз приїхав, пригнув, і якщо вже пригаєш, то долітай. Бо ти взагалі не копав. А куди треба? Ну вилетіть треба. Перелетіть. Вот, ти переїхав і залазав в верхушку. Треба хоча б настільки вилетіти, щоб...